Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Forza Phone, который продлится с 29 июня по 6 июля. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта. Называется оно «Догнать и перегнать». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику бок о бок 5 раз. Ну а для выполнения техники вам достаточно просто перегнать соперника. За второе испытание можно получить 55 тысяч кредитов, и называется оно «Австралийский профи». Для его выполнения вам потребуется найти абсолютно любого гонщика в свободной езде и просто завершить гонку один на один. Сделать это нужно 3 раза. За третье испытание можно получить 3 призовых игры, и называется оно «Быть тебе королем». Для его выполнения вам понадобятся игровые площадки. Ну а для прохождения испытания вам достаточно просто завершить заезд в режиме «Король». За последнее испытание можно получить призовой автомобиль, и называется оно «Автомобильное братство». Для прохождения этого испытания вам понадобится автомобиль марки «Chevrolet», а именно «Камара». Ну а чтобы выполнить это испытание, вам нужно победить в чемпионате на этом автомобиле. Ну а главный приз за этот Forza Phone — это Camaro Super Sport с бонусом на технике. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Forza Phone, который стартует 6 июля. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.